У Дніпрі на пішохідних переходах встановлюють пристрої для управління світлофорами. Нові кнопки німецького виробництва. Для тестової роботи закупили 80 таких девайсів. Заступник міського голови Михайло Лисенко вважає, що модернізація доречна, адже нові кнопки виклику зеленого світла більш помітні та сучасні. У першу чергу нові девайси встановлять там, де вже провели капітальний ремонт дороги. Перший такий пристрій уже працює на набережній Перемоги. Девайс не зовсім новий, просто у нас він раніше використовувався, і він був на такому допотопному рівні. На различных светофорах у нас были установлены кнопки вызова, однако пешеходы, которые пересекали эти светофоры, пешеходные переходы со светофорами, они не понимали, через какое время загорится светофор, работает кнопка, либо не работает кнопка вообще. Людям сразу видно, что есть здесь кнопка вызова светофора, поскольку раньше, когда были кнопочки, маленькие дырочка и в ней какое-то там отверстие, никто не понимал вообще, есть она или нет. Теперь это заметно, теперь это видно, и каждый человек может им воспользоваться. Плюс у нас есть возможность установки и автоматического, в автоматическом режиме, через GSM-каналы, перепрограммировать эту программу, то есть установить разные таймеры на загорание различных цветов светофора.